Государственный лицей Тувы и Сукпакская средняя общеобразовательная школа имени Арабтана вошли в список лучших школ России. Гослицей республики вошел в список топ-100 школ, обеспечивающих наиболее высокий уровень подготовки выпускников по математике. А Сукпакская школа вошла в топ-300 наиболее эффективно работающих сельских школ. Перечень лучших школ России подготовлен Московским центром непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки Российской Федерации. По итогам исследования представлено 500 школ, показывающих стабильно высокий образовательный результаты учащихся, 300 наиболее эффективно работающих сельских школ, 200 школ с наиболее высокими результатами олимпиад, топ-100 школ, обеспечивающих наиболее высокий уровень подготовки выпускников по математике и другим учебным предметам.